Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас у меня на кухне. Сегодня у нас великолепный чай, полезный в такую погоду. Это самое главное, что нам надо. Витамины, минералы. Основа, конечно, облепиха. Загружаем облепиху и цедру апельсина. Так, дальше. Дети мне подарили, как я уже рассказывала, корень куркумы. Поэтому, смотрите, он какой красивый. А какой яркий. Добавляем в наш графинчик имбирь, куркуму, лимон и коричневый сахар. Заливаем. Даем немножко постоять. И пьем вкусный, полезный и очень ароматный напиток. Я так хорошо все это размешаю. Добавим немножко свежей мяты. И великолепный, вкусный и полезный чай готов. Не забывайте подписываться на мой канал. Смотрите, как это красиво. Сейчас оно еще у нас немножко настоится. И будет очень полезный и ароматный чай. Уже хочется попробовать. Всем пока и до новых встреч. Готовим великолепный облепиховый чай. И не болеем.